Cześć, nazywam się Alina Warabiowa i w mieście z portalem Wirtualna Białoruś 24 my продолжаем изучение польского языка. На прошлом занятии мы разобрали, как поприветствовать друг друга на польском языке официально и неофициально. А сегодня мы разберем, как же попрощаться. Так же, как и в приветствиях, ты можешь попрощаться официально и неофициально. Говоря на официальном языке, ты можешь сказать «до видения», «до свидания», «до зобачення», «до встречи». Или же «добрануц», если ты прощаешься с кем-то поздним вечером. В кругу друзей и знакомых ты можешь попрощаться, используя слова «честь», «Хей», «па», «папа» или «нара». И все эти слова будут обозначать «пока». А теперь на примере диалогов я расскажу вам, как данные слова можно использовать в разговорной речи. Пані Марку, дякую за спілкування. Всього доброго. До свидания. До побачення, Аліна. Прощаясь с другом, ты можешь использовать следующее выражение. «Папа, Марочку». На разі, Аліна. Тримайся. Честь. Подводя итоги нашего сегодняшнего видеоурока, мы научились прощаться на официальном и на сленговом языках. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и до побачення на наступних занятиях.